Глава Чувашии в формате видеоконференц-связи пообщался со спортсменами, которые вошли в состав олимпийской сборной страны и через 9 дней представят Россию на играх в Токио. Это мастера спорта международного класса по спортивной гимнастике Владислав Полешов и Елена Герасимова, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и борец вольного стиля Сергей Козырев. Имена этих спортсменов хорошо известны. Они не раз завоевывали право представлять Чувашию страну на самых престижных турнирах. Олимпийские игры для них впервые, кроме Владислава Полешова. Он уже во второй раз пытается получить золото главных стартов в жизни. Радуемся за каждого из вас и желаем успехов. И безмерно будем горды любому результату, который вы продемонстрируете, потому что сам факт того, что вы участвуете в этих играх, это для нас большое достижение. Но, конечно же, хочется всегда большего. Большего, и мы в это верим. И не просто верим, будем за каждого из вас болеть, держать кулачки, сжимать, там, скрещивать пальцы.